Надо у нас такой великий праздник, который все в каждой семье чтут его, помнят, вспоминают. Это движение сейчас, которое по всей стране идет, бессмертный полк. У меня тоже есть свой бессмертный полк. Это мой дядя Степанов, Павел Степанович из Вишкозера, который сыном полка ушел в 13 лет, убежал воевать, провоевал всю войну. В 43-м году встретился с отцом в Праге, дальше воевал с отцом и закончили они войну в Пруссии. Но эта песня посвящается ему. Словно эхо той войны, пожилой старик с медалью, все, что есть за столько лет, за победу над Германией на потертом пиджаке, рядом справка из архива, из центрального видать, что вот так вот все и было, не добавить, не отнять. Треугольный штемпель важный, да, да еще что вот, сын полка Степанов Пашка, третья рота, пятый взвод. Просьба, приложение, рукописное всему, выдать удостоверение, ветеранское ему, но поверх сухая роспись, до чего вам тут гадать, но по вашему вопросу, в этом деле отказать. Ну да что ж, выходит вроде тот, который с малых лет, вслед за старшими на фронте, убежал в 13 лет, и кто с первым белорусским пол Европы прошагал, от Киви до самой на войне и на праздник, в День Победы.